Добрый день, дорогие друзья! Я предлагаю вам небольшую информацию о совершенно уникальных книгах, которые находятся в фондах нашей библиотеки. Книга авторов Елены Беляевой и Елены Новичковой «Ледовый побой». Книга Тамары Эдельман и Катерины Бунтман «Бородинская битва, 1812». Роскошное интерактивное издание «Ледовые побоища». Вы просто открываете книгу и оказываетесь в Древней Руси. Вы учитесь писать берестяные грамоты. Куете себе меч, выбираете доспехи и оружие. На страницах этой книги вы держите совет с княжеской дружиной, выстраиваете войско к бою на берегу Чудского озера и врубаетесь в ряды рыцарей с русской конницей. Ну а затем подписываете мир с Тевтонским орденом и узнаете, что же рассказывает об этой битве древнерусские летописи и Ливонская хроника, и находите ключ к загадке ледового побоища. Ну а в конце вас ждет сюрприз-игра. Это настоящая игра 17 века. Она найдена при раскопках в Новгороде. В игре нужно строить крепостные стены, не давая противнику их разрушить. В 1812 года огромная армия Наполеона перешла границу Российской империи. Началась война, крупнейшим сражением которой стала Бородинская битва. События, которые кажутся теперь такими далекими, оживают на страницах этой книги. В ней последовательно рассказывается о самом ходе Бородинского сражения, о том, как выглядели русская и французская армии, какие войска принимали в ней участие, каким оружием были вооружены воины и в какую униформу были одеты солдаты русской и французской армии. Идет разговор и о героях сражения, о военном быте, о предметах, тех мелочах, которые порой оказываются самыми интересными.
Материал дополняется панорамными конструкциями. Подвижные элементы, постеры с портретами и биографиями французских и русских полководцев, раздвижные страницы. Друзья, когда вы держите в руках это издание, вы становитесь соучастником великих событий, потому что можете пройти по пути армии, отдать тот или иной приказ и определить время того или иного события, разобраться в карте военных действий и сыграть в настоящую историческую игру «Казаки».